Галина Ардабьева в свои 82 переживает за здоровье и, как и многие, решила сработать на опережение, не ждать заражения коронавирусом, а защититься вакциной. Сегодня женщине вводят второй компонент, первый перенесла без последствий для самочувствия. Очень хорошо, и пускай все делают, прививаются. Спасибо докторам и сестрам. В городской поликлинике промышленного района прививку сделали уже более 10 тысяч пациентов. На сегодняшний день уже с уверенностью можно говорить, что вакцины безопасны. Мы не наблюдали за это время каких-либо значимых поствакцинальных осложнений. Хочется отметить, что основной группой риска при коронавирусной инфекции являются пожилые люди, лица старше 60 лет, люди, страдающие хроническими заболеваниями. Особенно важно привиться людям с хроническими болезнями. В жаркую погоду они особо уязвимы. Если наложится коронавирусная инфекция, то течение болезни усложнится. А вакцинация – это та профилактическая мера, которая обезопасит. Как отмечают медики, наиболее активно на прививку идут те пациенты, которые уже перенесли инфекцию и не хотят столкнуться с ней снова. Записаться на вакцинацию можно заранее, как в самой поликлинике, так и на сайте госуслуг или по телефону 122. Процедура проходит бесплатно и добровольно. Светлана Кудрявцева, «События».